Всем привет! Это очередное видео, и сегодня в этом видео я оставлю ссылку на разработанную мною программу тренировок по калистенике. Это тренировка с собственным весом тела без применения снаряжения специального и оснащения. Нам необходима будет спортивная площадка, турник, брусья и, собственно, ваше желание для того, чтобы заниматься. Скачать вы ее можете под видео, будет ссылка. Я ее оставлю. Не забывайте поделиться с друзьями этим видео и знакомыми, чтобы они также могли скачать эту программу, тренироваться и заниматься. Сразу забегу вперед, что эта программа не привязана к какому-то определенному виду спорта. Эта программа будет индивидуальна. Там будет высчитываться процент, 50% от вашего максимума, и вы высчитываете дальше, подставляете свои результаты. Если вы отжимаетесь, например, 10 раз, необходимо высчитать 50% от 10. То есть 5 повторений, вы вносите 5 повторений в программу и начинаете заниматься. Программа рассчитана на месяц занятий. Там подобраны упражнения, методические указания. Все, что вам необходимо для того, чтобы приступить к занятиям. Также там указана техника безопасности, которую необходимо соблюдать при занятиях. Обязательно скачивайте данную программу и не забывайте написать своему другу, коллеге, чтобы он тоже мог скачать, распечатать и заниматься. Если возникнут какие-то вопросы по данной теме, будет что-то непонятное, если наберется какая-то активность под видео, какие-то комментарии, лайки, что-то будет непонятно, я сниму следующее видео, прокомментирую, наверное, данную программу. Там 7 листов текста с методическими указаниями, и я думаю, вопросов возникнуть не должно. Расписаны упражнения, дозировка, то есть берите, делайте, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить самое актуальное видео, которое выйдет на моем канале. Мы делимся самым интересным и новым материалом, стараемся выпускать бесплатные программы, и они обязательно вам пригодятся, главное, не откладывайте в долгий ящик, а применяйте в своей практике, и вы достигнете результата. Всем пока!